Куда? Мы поплыли в плавание. Пока. Давайте. Пока. Мечта сбылась. Здравствуйте, ну как? Что? Подпрыгивайте к нам. Нет. Вот туда, на спинку. Ваня, у вас йога? Держись, все, утыкайся. Ну-ка. Вот, теперь будет нормально. Полушаке для начала пойдет. Все, поняла, да? Да. И аккуратненько, вот два грибочка. Если хочешь повернуться, то назад вот так вот делать. Заду наперед, аккуратненько, пару грибочков и развернешься. Ваня, может на коленочках для начала устойчивее? На коленках больно. Да? Сидя можно, ножки в воде, сидя, да, тоже хорошо. Да нормально. Ваня, последний раз я гребла, когда мы с тобой... Так, начинай. Туда греби для начала. Давай. Ну что, первые шаги на... Ага, я с другой стороны, где я. Не-не-не, перехватывай. А как же? Вот так, перехватывай, да. Каждый раз перехватывай? Конечно, потому что, видишь, тебя толкают. О, держись, держись. Вот. Если падаешь на коленки и туда, прям на сам. Вперед. Кажется, мама сегодня искупается. Быстренько научусь, чтобы не купаться. Скользко прям. Скользкий типчик. А этот булькнулся. А мама плывет. Все, тормози, не греби. Ну что, мам, отправляешь Ванечку в плавание, маму? Да. Да. По три грибка делай с каждой стороны. Да ешь, я отойду. Ваня уверенно стоит. Ну так, чья школа? Целую минуту учил. Первые 5 минут на воде, и вы посмотрите, как уверенно человек держится уже на доске.